Всем привет из прекрасной Южной Каролины. С вами Виктория. И сегодня мы сделаем обзор вот этого красивого домика, который находится на акре земле. Сзади есть небольшой pond. Смотрите, сколько много здесь заездов. Туда тоже идет парковочка сзади. Этот домик чуть-чуть постарше, но очень прикольненький. Сразу у нас здесь такой порчик. Открывается входная комната, ливинг-румчик. Здесь у нас туалет. Туалеты здесь были remodel с шауэром. Здесь у нас комнаты. Здесь три комнаты, два туалета, комнаты стандартные. О, зеркало уже есть, большое, клазет. Здесь у нас еще второй туалет, тоже remodel. Весь плитка. Jet tub. Здесь нету master bedroom или primary комнаты, главной комнаты вместе с туалетом. Здесь получится три комнаты, которые просто делятся туалетом. Значит, один туалет вот там, другой туалет ближе к комнатам здесь. И вот еще одна комнатка. Не знаю, так как здесь есть выход на такой классный бэкьярчик, я бы считала, что, наверное, это была бы как главная комната. И я не хочу выходить из этой двери. Покажу вам дальше с кухни. Здесь потолки 8 фитов. Стоит этот домик на акр земли. Здесь у нас кухня. Здесь такой классный гранит. И здесь можно поставить стулья. Bar chairs. Мне очень нравится, что здесь на backyard, на porch, на deck, на backyard видно вид. Здесь у нас идет стол ставить, значит, столовая. Это у нас здесь laundry room. Двери закрываются отдельно с окошком, которое открывается. Много storage, это очень классно. И кладовочка pantry для всех продуктов. Дальше у нас открывается второй living room. Очень красивый. Или family room, можно сказать. Здесь у нас есть камин. Каменный, смотри, какой классный. Полочка здесь. Прям Christmas прикольно встречать. Свет уже здесь есть. Смотри, какая классная модерная лампочка. И много окошек, которые просто вид замечательный. На улицу, где мы сейчас пойдем посмотрим. И вот выход на улицу. Этот классный deck. И вот это выход из комнаты. Это окошко кухонное. Это туалет. Вау, смотрите, какой большой covered porch, да? Или covered deck. Очень классно. Прям очень большой участочек. No HOA. Бассейн не продается, его уберут. Но здесь есть вниз спускаться с одной стороны и с другой стороны. Давайте спустимся, посмотрим. Вот, вот это, что я вам говорила в начале. Здесь можно проехать. Парковочки хватит на... Ого, сколько машиночек. Этот домик, конечно, находится немножко, как бы, заезд вот так. Сверху немножко вниз идет. Но это не страшно. Классный здесь от соседей такой tree line. Много парковочек. Это, значит, как называется, crawl space. Сейчас, если здесь открыто, мы посмотрим, что здесь у нас в них есть. Ага, вот так. Смотрится под низом. Чистенько. Убирают, заметают. Даже сторож поставили. Так, закрою это. И давайте глянем все-таки здесь. Смотрите, какое большое. Деревья обсаженные. Пойдем посмотрим на этот небольшой pond. Не ручеек. Здесь ручеек пробегает вот там creek. А это еще pond. Я не знаю, как надо посмотреть по Google, как называется вот такой участочек воды.
А вот там, да, сзади еще идет крик. Вот такой классный домик. Спасибо, что вы были на моем просмотре. Если у вас есть вопросы, звоните. Виктория 864-705-9531. 864-705-9531. Thank you.